Занзибар. Это Ой, родина Занзибар. моего отца. Это остров счастья. Во-первых, там погода прекрасная. И заметьте, я это делаю, это не реклама, я просто делюсь. Я не в доле. Это такая красота. Там такие животные. Там остров черепах. Народ добрейший. Там у тебя никогда, ты вот можешь совершенно не сомневаться, не украдут ничего. Если, не дай бог, кто-то что-то потерял, местные жители это найдут и будут долго за тобой бежать, чтобы тебе отдать, потому что они понимают, что туризм – это для них очень большая статья дохода. И там не так дорого.